Вот перед вами упаковка от молока. Я ее вымыла, высушила. Сейчас обрежу лишние части. Вот это тоже отрезаем двойное. Склеивание коробки, где было. А теперь расслаиваю ее на две части. Цепляю вот ножом. Вот. Ну, просто руками вот так растаскиваю. Вот это получилось более-менее. Левая сторона потолще, здесь потоньше, но это тоже все может пойти. Если вот так согнуть, на машинке прокатить, она будет отлично выглядеть. Вот это более плотно вышло. Тоже пригодится для работы. Как ее дальше довести до ума, показываю. Берем. Берем. Где она, доска тут? Давайте снимем. Вот, доска для теснения. Закладываем туда картон. Собираем всю нашу технику под названием Big Shot. Вставляем туда бутерброд из бумаги и прокручиваем. Теперь открываем и смотрим на невиданную красоту заморскую с турецкими огурцами, сделанную из, напоминаю, из одного слоя упаковки от молока, который вот за 5 минут превратился вот во что. Здесь дальше аккуратно подрежем ножницами. Еще лучше на резаке будет ровнее. Все, вот такой резак. Его заправить, положить. Обрезаем всегда под гранью по сгибу. Ровный срез. Здесь тоже подровняем. Ну и здесь выровняем. Все. Отличная бумага. Любая фотография на ней будет выглядеть как картинка. Дальше уже дело мастера, что он из нее сделает. Вот такой вот снег. Это тоже бумага для молока была. А получилась обложка красивой книги под старину. Вот такая. Спасибо всем за внимание.